Привет, с вами я Тимур, и вы на канале Тимур Вич Роблокс. Сегодня мы получаем новую вещь в Роблоксе на ивенте под названием Walmart Land. Да, мы появляемся тут, и для того, чтобы найти эту вещь, вы должны зайти сначала на карту города, вот здесь вот она находится, в правом углу. И ищите на английскую надпись Food Truck Park. Нажимаете на нее и телепортируетесь туда. Дальше вам нужно пройти вот такое вот легкое обби. Смотрите, как я прохожу, и также проходите. И когда вы его пройдете, то вы получите вещь. Это обби очень легкое. Итак, мы с вами идем сюда. Дальше. Запоминайте, как идти. Можно вот так вот сделать. И идти вот так вот по виду. Так, мы, значит, идем здесь, проходим, дальше заходим вот сюда, вот в этот, ой, так, сюда заходим и идем, где вон те бананы большие, потом под ним поднимаемся, и там уже будет выход из обби. Так, поднимаемся по бананам. Это не сразу может получиться. Вот у меня сразу. Итак, вот эта вещь. Мы ее получаем с вами на голову. Это фрукты. И вот эти фрукты на голову.